слышно. На фоне музыки. Так, иначе всем привет, короче, я решил наши тестик провести. А именно оттестить новую игрушку Sekiro. В общем-то, на моем компьютере характеристики будут в описании. Захват цели. Захватите и отпустите цель. Захватив цель, смените цель. Ни черта не успел посчитать. Так, у меня почему-то тут мало ХП. Ёбаная система. Так, изменить цветовую. Не-не-не-не. Пошел нахуй в пизду. Никаких не хочу я менять. Мне нормально, производительности должно хватать. Как-никакая седьмой и все дела. Единственное, что памяти как бы маловато. Кончик краям. Он немножечко красненький, видимо. ХП у меня очень мало здоровья почему-то. Значит, так что я могу сказать о ОПГ? Просто какая-то офигенская. Я настройки не менял вообще. Возможно, они как-то по стандарту определили для моего компьютера. Я еще раз повторю, что у меня i7, адапт 5, и у меня же тест идет на GPU. Соответственно, нужно вывести экранчик этот. Так, что у меня тут? Ну, процесс у меня немножечко подразогнан. Процессор i7. Так, сколько мы видим, по качеству потоков участвует. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 приблизительно потоков. Сейчас FPS вообще легко. Интересно, как будет в бою. Поехал этот место, где я впервые умер. Так, XP под этих стене, от этих стене. Я играю с геймпада. Так, вот я подошел, отошел. Да, вообще. Мне, кстати, даже сам этот Sekiro, этот персонаж понравился. Покажу в лицо поближе. Я как бы вообще мужских персонажей не очень-то люблю играть. Это тут прямо такое, знаете, прямо что-то хунгельдонское, что-то из детства. Такого из жрет почти все 3 гигабайта. У меня GTX 780. Вот. Ну, я думаю, настройки выставились в соответствии с моими характеристиками компа автоматом. Давайте посмотрим, что там в настройках было выставлено системой. Я их не менял вообще. Настройки, графики, вот. Размер экрана. Так, вот. Настройки, качество. Основной профиль называется высокий. И все как бы тут такие вот настройки. Соответственно, мы играем с геймпадом, но у меня этот не Xbox, разумеется, более классный. Когда я повернувшись к стене, блин, делал. А вот какое
That shinobi at the bottom of the well. We didn't shackle him, restrain him, nothing. That doesn't worry anybody? Not at all. Not only is he unarmed, he has completely lost his will to live. Nothing but a coward, unworthy of our concern. The moonlight shines strongly on the Moonview Tower. The Diviner is probably using the light for his reading again. Probably, but imprisoning a mere child. I feel sorry for the boy. Not really bad. But I'm sure Lord Genichiro has his reasons. Как я... Я не понял. Окей, ладно, сейчас послушаем. The Moonview Tower door. Дверь лунной башни, ты поверил, что она заперта. Она, конечно, заперта, но... Туда в стене так никто не задел. Дыру не переживай. Ага, значит. На самом краю учился. Понятно, я понял. Мне, короче, он туда... Краю учился, там какая-то дыра есть.
жук захватил. Ай, жук. Тут достаточно нажать кнопку больше, чтобы помогло. Чтобы свалиться. А дальше что? You did well to come here. It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Well then. Raise your head. Кусабимару, your sword. Кусабимару называется меч наш. My shinobi. In accordance with the bond of lord and retainer, you will pledge your life in my service. As you command. Я поставил сразу же английскую озвучку, чтобы не париться, хотя по умолчанию была. Кусабимару, меч, дарованный вам Куру, это реликвия Хирата, ветви рода Асина. Меч считался потерянным, но теперь оказался во владении волка. Волк — это мы, как бы. Имя меча Кусабимару напоминает владельцу долг Синоби убивать, но даже... Он не должен забывать о милосердии, не быть воплощенным в самом его клинке. Чтобы вы знали, как бы вообще вот в Китае или там, где это действие происходит, я вот всегда их путаю, то ли это Китай, то ли это Япония, в общем, не важно. Важно другое, то есть что у них вот у мечей, у всех мечей абсолютно. То есть они не просто так делают эти мечи. У них у каждого меча есть имя. То есть мастер, когда изготавливает меч, он дает ему имя, понимаете? Что тут такое? У меня в жизни как было, так и осталось. Наверное, меня сейчас убьют сразу же. Да и вообще, где-то немножечко затянулось. Не знаю, почему наверх пошел. Здесь предмет. Дрожжи. Лечебные дрожжи. Постепенно восстанавливающие жизнь. Так, теперь давайте же мы как-нибудь съедим это дрожжи. Призрак свечки. Как бы нам съесть это дрожжи, это инвентарь. Сейчас пойдет это покраснение от экрана. И будем сейчас всех разваливать. Постепенно восстанавливающая жизнь. Ну блин, она мне немного жизни восстановила, если честно. Тут что-то было. Ага, тут стена, я понял. Что-то я как-то шумлю тут. Мы научились. А меч-то в руки как-нибудь взять можно? Нет, джойстики пока не работают. Но очевидно, надо выйти на улицу и уже.
уже там сажается. Wolf, I do have one more thing to give you. Take it. Еще кое-что возьми. Что именно? Что мне дали? Что-то нам дали. Идол возвращения? Или что мне дал? Нет. Идол возвращения. Похоже, идол возвращения нам дали. Давайте мы пока через возвращение. Последний актив идол. Может быть, пункт назначения. У нас только один пункт. Что мы выбираем? Посмотрим, куда нас телепортнет. Как это все дело происходит. Уклонение перекатом Б. Ну, наконец-то хоть что-то. А, ну так, блин, мы вот тут. Ёпту, я потратил свои злые защиты. Значит, если я умру... Wolf, I do have one more thing to give you. Take it. Что он мне дал опять? Неужели еще один злого защиты? Ну, по крайней мере, жизнь у нас как была маленькая, такая и осталась. Ладно, давайте попробуем выйти, чтобы нас там... Wolf, I do have one more thing to give you. Что? Take it. Что? Я не понял. Я что, не беру ничего? It is a special gourd of medicinal waters. Use it to heal your wounds. Фляга с лекарством, сделанная из высушенной тыквы, фляга с лекарством. My lord. Now then, were you gravely injured? Потом был сильно... Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. Использовать предмет, переключить предметы. Это понятно. Ведь меню снаряжения. Снаряжение. Пока у меня ни хрена нету тут. Как с лекарством. Вот, похоже, у нас максимальная жизнь такая коротенькая, слева, снизу. Все, давайте уже нахрен выходить. Так, был у нас перекат, значит. Цель Синоби в бою разрушить концентрацию воды, это может быть в том числе правый бомбер атака.